день! Сегодня у нас мастер-класс по вот такой маленькой декоративной тыковке. И хочу отметить, что сегодня у нас не просто занятие, а сегодня праздник. Какой, Светлана? День вязания. День вязания, причем всемирного вязания крючком. Так что мы сегодня практически на мастер-классе празднуем. Мы с вами познакомились, поэтому я думаю, что начнем. Вот эта маленькая тыковка, она начинается с кружочка. И вообще все изделия, которые мы вяжем по кругу, они начинаются вот с кружочка. Наша задача сделать 3 воздушных петельки. Способы, в принципе, разные. Вот так вот перекручиваем и обязательно вот здесь вот пальчиком фиксируем. Обязательно. Mm-hmm. И из-под низа крючочком подхватываем. Оп. Попробуйте. Mm-hmm. Чик, вот так вот. Она, видите, петелька появилась. Mm-hmm. Mm-hmm. Прижимаете. И вот так не из-под слушается. Низа. Раз. Mm-hmm. Костик подтяните. И попытайтесь вязать 3 воздушных петельки. Вот то, что на крючке, у нас не считается. То есть вот 1, 2 и 3 петелька. Замыкаем в основании и начинаем вязать по кругу. Свет каждую петельку по 2 раза. Помнишь? Угу. Вот. Вяжи круг, каждую петельку по 2 раза. Возвращаемся вот сюда, в начало. В шишечку. Вот, начало. И вот таким образом соединяем. Угу. Так, теперь вы попробуйте. Указательный пальчик у нас держит нить. Большой палец прижимает. И, естественно, в этой руке крючок. Как ручку. Но обязательно мы должны вот его поворачивать. Вот таким образом. Хорошо? Вот сейчас вот сюда соедините. Так, Ирина, подтягивайте, не бойтесь. Видите, у нас образовался маленький кружочек. Мы находим вот очередную петельку. Проткнули. Подтянули, видите, 2 петельки на крючке, и вместе соединили. И таким образом, что там, Света? Видишь, как? Неправильно так, сейчас. И вяжем вот все по кругу, вот прям по кругу. Давайте вместе с вами. Нашу кругу повернули и вместе соединяем. И еще в эту же петлю. Почему нужно делать проколы в одну петлю 2 раза? Потому что изделие у нас увеличивается, и мы должны прибавлять количество петель. Если у нас будет все время на одном уровне, то изделие крючочком. Возвращаемся в начало. Вот видите? Угу. Вот так вот подтягиваем. Видите, 2 петельки крючком вместе соединяем. Вот сюда. Вот сюда. Так, мне делать этот? Нет, пока. Вы должны проткнуть. Проткнуть вот в середину. Да, ниточку подхватили. Вытаскивайте. Чуть подтяните ее, чтобы она... Еще раз. И 2 соединять. О, отлично! И еще раз сюда же, вот примерно сюда. Опять сюда же. Да, да? Сюда же. Проткнули, вытащили. О, отлично. Опять сюда, да? Да, 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 да. Отлично. О, все, работа пошла. Следующая петля, вот, следующая петля, вот она. Угу. Вот это, да? Да. Проткнули. О, отлично. Дело пошло. Все. По 2 раза. Вот видите, у вас немножко работа чуть-чуть начала закругляться. А нам еще рано это. Если мы не делаем прибавление, то у нас оно начинается. Вот проткнули. Вместе соединили. И еще сюда нужно. Это называется прибавление. Проткнули, вытащили. И еще сюда же. Понятно? Да. Вот. Мы с вами увеличиваем работу, поэтому должно быть... Вот. Но сразу становится ровненько. Да, да. И по 2. По 2 раза. Принцип прибавления. Смотрите, первый ряд обязательно нужно по 2 петли, в одну петлю по 2 раза. Следующее, уже 2 ряда провязали, через 2. 2 вяжем просто, третью мы делаем 2 раза. Потому что, смотрите, 2 эффекта будет. Один эффект, если мало прибавляем, у нас вот уже, у Надежды было, уже закруглилось вот так. А если мы много прибавляем, у нас начинается фолгиться работа. Поэтому, но это все приходит с навыком, поэтому, естественно, что... Там, когда мы вяжем салфетки или что-то по схеме, там уже четко показано, как это нужно сделать, сколько нужно. А когда такое произвольное изделие, то тут, конечно, вот... Ага. Ой, отлично, девчонки, просто это... Рукодельница, рукодельница. Ну, давайте, давайте, прям это... Молодцы. Вот сейчас ваша задача связать такой кружок, какую вам нужно тыковку. Но я думаю, что мы сильно большую гигантскую не будем делать. Ну, такую вот миниатюрную такую... Делаем. Совсем крошатулечка. Поменьше, только не торопись, поменьше дырочек делай. Да? Uh-huh. Почему поменьше дырочек?
И вот еще, вот смотрите, еще такой момент на свете нам я. Вот у нас по краю идут как бы две, вот одна петелька такая, ниточка, и вторая. Если мы будем вот за заднюю делать, это называется за заднюю стенку, это все правильно. Если будем так вот за переднюю делать, то за переднюю стенку есть в описании, что сделайте петлю за переднюю, за заднюю стенку. Но нам нужно по две сделать вот так вот. Почему? Потому что мы вяжем с вами работу, которая не требует дырок. Если мы будем делать вот так вот, то видите, у нас какая дырка получается. Поэтому старайтесь вот под эти две петельки подхватывать. Ой, отлично. Все. У вас точно все. Так, ну, ну можно чуть-чуть. Ну, Свет тоже можно прям это. Чуть-чуть прям вот до твоего красивого пальчика. Каждую по одной, но также берем за две стенки. Да, 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 обязательно. Все изделие. И там даже рисунок получается совершенно другой. Когда вот за заднюю стенку, там рубчиком получается, когда-то за переднюю. Это все, когда вот будете что-то еще вязать. Закругляется. Вот сейчас теперь то, что у вас было в начале, закруглялось. У нас должен быть такой эффект. Вера, у вас как-то, по-моему, закругляется, да? Немножечко. Не, нет, если у нас вообще должно, если правильно все делать, вот перестаешь прибавлять, оно начинает у нас закругляться. То есть у нас ведь круглое изделие. Если вдруг этого не происходит, просто мы несколько петель пропустим. Сейчас я посмотрю, что у вас получается. Ну, у вас пока прямо, но... Ой, а ровненько как, молодец. Да, сейчас наша задача сделать объем этой тыковки. Мы поднимаем петли вверх. То есть по кругу мы уже прибавили с вами количество, нужное количество петелек. И начинаем вязать вверх. Вот. Светлана, получается? Отлично. Угу. Ага, да. Пошла. Отлично. Ну, прям, я не знаю, у меня сегодня не ученица, я не знаю. Кладезь талантов. Прям сразу, раз-раз и схватили. Полуслова. Молодцы. Вот мы с вами связали маленькую поделочку такую. А мы с вами научились наборному ряду, научились прибавлять, научились столбику без накида и научимся убавлять петли. То есть, видите, в одном изделии мы с вами научимся очень много. То есть, вот начальные основы техники вязания крючком можно проработать на одном небольшом изделии. Увереннее, увереннее. Учился, не разучишься. Да, да, это вот совершенно верно. Вот наша мышечная память, она помнит. Если вы хоть раз брали крючок, когда-то кто-то вам показал, вы, конечно, просто естественно, что если не ездил на велосипеде, сначала сел, то, естественно, сначала будешь вот так ехать, а потом у тебя уже ноги вспомнят, куда чего. Так, Светлана, что там поднимается? Ну, давайте посмотрим. Ну, отлично. Вяжу, так что за полтора часа мы точно даже меньше сделаем. Да, мы прям, знаете, вот просто с вами празднуем дружеской обстановки. Так что можем еще чайку попить по этому поводу. Да, отлично. Да, вот все верно. У вас должно быть, ну вот говорю, вот еще, да? Да, еще, потому что если сейчас мы закроем, у вас будет она плоская вот такая вот. Нам нужно вот сделать подъем, чтобы она была вот объемная, так, чтобы нам было куда набить. Ну, если вот эта работа, это самое простое. Если брать вот кружево, тонким я вот вязала на заказ, вот допустим, тонким крючочком, прям вообще тонюсеньким, то, конечно, во-первых, нужно смотреть по схеме. Здесь мы с вами вяжем произвольное вязание, да, то есть, а салфетка там нужен каждый ряд и каждую петельку. Если вы что-то упустили, уже второй раз, второй ряд у вас не сойдется с схемой, да, Свет? Подтверждаешь, Майя? Таких вот синих, да, толстых. Да, да, даже ты толстым вязала, и то, в общем-то, один ряд немножко упустил куда-то что-то, и уже следующее нужно считать, а тебе уже не хватает этой петельки или там что-то. Так это вот ниточками перетянуто. Можно ниточками. Вот, то я сразу и не поняла, что здесь. Можно вот, вот ниточка вот так вот, через одну вот так вот, видите как? Ну, я потом покажу девчонкам. Ну, девчонки, еще, ну, отлично. Ну, я бы еще вот рядочек два точно привязала. С удовольствием. Да, давайте. По-моему, вы уже это вошли в кураж такой, да, творческий? Сколько у нас времени? Ой, у нас только 30 минут мы с вами занимаемся. У нас еще целый час можно вязать, вязать, не перевязать. Если что, можно потом оставшееся время, допустим, что-то еще я вам покажу. Ну, вот я у вас чуть-чуть, может, провязка поменьше. Я бы все-таки еще сделала бы немножко, чтобы пышина была. Вот это у нас изнаночная часть, вот это вот. Некоторые вот игрушки вяжут, там что-то вот им нравится, вот это, но я что-то не очень. А это у нас лицевая часть. Мы желательно выворачиваем. И теперь, чтобы у нас была, вот видите, она наполнена чем-то. Чем наполнить? Вот у нас еще чудесный набивай. Знаете что? Еще вот я, наверное, подскажу вам.
чтобы оно не вылазило и было удобнее, наверное, мы давайте немножко чуть-чуть подзакроем ее. Вот, Свет, помнишь, как закрыть? Сначала, через одну. Да, правильно. Сначала мы увеличивали количество петель, а теперь нам нужно уменьшить. Но сразу через одну мы не будем. Угу. Мы будем, смотрите, одну провязывать, одну пропускать. Я к каждому подойду, покажу. Одну провязывать. Свет, видишь, да? Угу. Одну пропускать. Не через одну, а то у нас будет быстро закроется, дырка много будет. Вот. Ну, в принципе, достаточно тоже, достаточно. Выворачиваем, девушки. А мы сейчас на лицо вяжем? Вот мы вяжем на лицо, но у вас, вот смотрите, вот, если вот так вот будете, вот лицо у нас, вот оно лицо. Угу. Вот. Мы его выворачиваем вот сюда вот. Угу. И вот смотрите, что нам вот видите, оно, дырка большая. Да. Что мы делаем? Вот. Одну провязываем. Одну вот эту вот пропускаем. Старайтесь подтягивать нить, чтобы дырка поменьше было. Опять одну провязываем. Одну пропускаем петелечку. Вот, одну, вот видите, вот она. Пропускаем. Если вы, допустим, две провяжете, одну пропустите, у вас тоже она закроется. Это я уж так, чтобы для счета у вас было, чтобы вам было более понятнее. Конечно, на мастер-классе должна быть маленькая работа, потому что, когда много деталей, даже нетрудно ее связать, а потом нужно сшить, соединить. И, в общем, это... Можно, вот, допустим, и снежиночку какую-то небольшую такую сделать, если чтобы разобрать схемку какую-то. В общем, все, девчонки, вот теперь можно набивать. Совсем маленькая. Я не перевязала. Нет, ничего. Нет, вы набьете сейчас... Да нормально. У нас должен быть объем здесь. Угу. Нормально, хорошо все. Еще, девочки, вот связать хорошо одно дело. Ну, работу нужно, если мы делаем объемную работу, какую-то сувенирную работу, нужно мастерски набить, чтобы она имела форму. Угу. Такую, какую нам надо желательно. Не просто какая-то лепешка или там что там у нас. А если тыква, то значит тыковка должна быть. Немножко набила и дальше. Еще, чтобы у нас дырки уже не осталось. И потом уже маленькую дырочку оставляйте, мы проверим, достаточно мы набили. Помните? Ну, а как же не помню, конечно. Вот. Под руководством Ольги Петровны, Снегурочка. Да, все это ходила, занималась. Да еще. И мамонтенок. Какой, да. Самая свежая фотка. Ага. Отлично. Давайте мы с вами проверим. Достаточно? И все. Так. И вот последний мы, значит, вытаскиваем. И теперь вот, и вот все, вот прям через две вытаскиваем, вот так вот, и все. Вот видите, вот, все. Ниточку отрываем, для чего? Чтобы эта ниточка нам стянуть. Так вот. Вот, убираем, а это у нас все, она никуда не денется. Нормально. Ну, ладно, достаточно. Ничего. Можно сейчас прям вот одну вяжете, одну пропускаете, закрываете до конца. Так, вставляете, сами ставите, нет? Давайте. Вставляете. Теперь эту отрезанную нитку, да, в иголку вставить. Да, и ждем, пока остальные, чтобы мы, чтобы Света... Так, что типа, и все. Чуть-чуть немножко осталось. Что мы делаем? Вот смотрите, вот у нас серединочка, и вот серединочка. Иголочкой протыкаем вот сюда, в серединочку, вот сюда вот. И теперь немножко вот, и вот этой вот ниточкой вот сюда вот так вот делаем перетяжечку. И назад возвращаемся вот сюда. Понятно? Угу. Так, Светлана. Вот. Потом следующее делаем ребро такое же. Понятно? Если сделать, вот видите, вот эти большие, ничего не большое, когда начинаешь утягивать, оно нормально все. И вот так вот раз. И снова вот сюда вот. Да, желательно, желательно. И вот, вот чуть подтянули, но тоже не усев, чтобы совсем не было. И теперь сколько там грани? Они, в принципе, не сказать, чтобы у них одинаковые вот в тыковке. Ну, можно здесь вот следующий вот так вот делать. Можно сделать, знаете, вот на 4 части, потом еще делить. Ну, как вам удобно. Я делаю просто по грани. Можно вот, смотрите, вот следующий, потом еще следующий, и потом еще делить. Для сшивания деталей мы используем вот такие вот иголочки, если вот нужно будет. Небольшие, да? Не проходит. Почему? Не проходит, где-то в синтепон зашли. Угу. Где-то вот зашли не туда, куда, ну, синтепон попал или что-то, ищите другое место. Отлично. Угу.
Прекрасно. Ну, отлично. Прям уже видно. Вот я что-то, знаете, некогда было дома. Еще вот по такому принципу можно сделать чесночок. Берем другой цвет. Белый. Белый, да, правильно. Мы делали же, да, с вами? Нет, в школе я не было. В школе, или, может, тебя не было на занятии. В школе мы делали, вот, чесночки такие делали. Тоже получается очень милые. И вот для оформления кухни много чесночков на веревочку и перчики еще связать красненькие. Очень красиво получается. Дед, у меня еще похоже, но что-то скажет ассоциация, какие. Цветочек, да? Вот эти вот хлопок. Совершенно верно. Значит, только отдельник. Сразу это хлопок. Вот сейчас модно в оформлении. То есть сделали белый там, что-то, по-моему, там. Ну, позвоните, можно в Инстаграм где-то. Я обычно всегда смотрю картинки. Вяжешь вот этот, как назвать, ну сколько тут? 1, 2, 3, ну 6, может быть 7. И назад вернешься по цепочке. Вязать не знаю, но просто, да? Просто вот ходить на занятия. Так, все, отлично, у вас тоже отлично все. Все. Можно какие-то вот эти самые туда вот оплять крючочком. Сейчас самостоятельно попытайтесь сами начать цепочку. Помните, нужно сделать 3 петельки. Ну, вам можно не отрывать, в принципе, это. Это вот хвостик из 3 петель, да? Нет, тут 6. Тут побольше. Нам нужно, чтобы хвостик 6 петельчик, да? Ну, 6-7, да. Там, в зависимости от величины тыковки. То есть провязать, набрать 6 петель и провязать назад, да, один, да, рядочек. Да, 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 да. Угу, такой хвостик. Тоже тут в зависимости от какая у вас получилась тыковка. Может быть, вам побольше надо будет по... Еще цепочку. Наборный ряд, это 6-7 вяжите. Вот. Чтобы она не совсем была. Ну все, теперь возвращайтесь. Сейчас возвращайтесь, я покажу как. Вот смотрите, девочки, если мы хотим дальше вязать такое прямое полотно, ну скажем, шарфик нам нужно, да? Что мы делаем? Мы первую петлю, вот спицами кто вязал, нет? Да, я вязала. Для подъема делается. Вот одну петельку вот так вот вы делаете воздушную, вот для подъема первую. И дальше вяжете как обычно. Чтобы у нас была она более такая округлая форма, мы берем вот это и сшиваем вот сюда и вот сюда. Можно крючком, но крючком будет рубец, лучше иголочкой сделать. Свет, вот давай, значит, вот сюда петельку. Ну, в каждую опять же так же. Да, и вот сюда петельку. Вот, сшиваешь вот эту детальку, сшиваешь. И смотрите, нам нужно вот сюда ее присоединить. Опять же, мы берем и вот сюда вот, и вот немножечко ее вот протыкаем, чтобы она зафиксировалась. Если хотите, чтобы она не выглядывала, прям вот, нет, прям сразу ее вот вытаскивать. Если хотите, чтобы там немножко было коричневое, можно сделать. Ну, я думаю, так достаточно. Вам нужно все-таки подтонировать немножко цвет, чуть-чуть. А чем тонировать? А я вам подскажу. Угу. Ой, а я забыла, девочки, еще сказать вам, как можно еще по-другому затянуть. Вот смотрите. Можно, вот это самое простое. А можно вот так вот, через одну, вот так, смотрите, вот, вот так вот. Не видно вам? Вот, вот так вот, вот, через одну вот петельку. И потом затянуть ее. Можно как так сделать. Я не видела, да, 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 да. Это мы уже сделали самое простое в рамках нашего мастер-класса. Самый простой вариант, чтобы, в общем-то, мастер-класс предполагает маленькое количество времени. И еще раз вот вернись, и вот где-то вот там ее вот с другой стороны, закрепи, да. Да. Получилось у всех? Вот, да. Отлично. Еще раз назад возвращайся. Возвратись. И там где-нибудь ее еще за корешок подцепи, чтобы она не болталась все-таки. Ну все, отлично. Отлично. Это же хомутная иголка, да? Да, 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 да. Ну все, вот отрезаем все. Так, догоняем друг друга. И вот это вот можно туда спрятать крючком. Ее, да, крючком. Поближе ее. Вот туда. Так, девчонки, что я вам еще не сказала? Тонировать будем, нет? Да. Чуть подтонируем, да? Сейчас мы... Жесткую надо всегда кисточку, не мягкие всякие, там белки, не белки, а вот такие. Ну, вот можно этот синтетик обыкновить. Ну, я думаю, дома у всех есть. Попробуем вот отсюда. Вот просто потихонечку вот так вот грани проведете, пока не сильные, вот прям вот такие вот грани. А вам сейчас подберем, потому что... А это что? И потом, за... это пастель масляная. И потом вот кисточкой вот так вот прям растираем. Растушевываем, правильное слово. Растушевываем вот так вот. Вот, видите? Ну, не переборщите. Вот сначала попробуйте здесь чуть-чуть прям вот. Видите, вот прям вот слегка, чуть-чуть прям вот ребром прям вот ребро, вот ребро вот так вот. Понятно?
Свет. Угу. Наверное, свет. Высветлить надо. Да, да, да. Вот я смотрю, думаю, может быть, что-то нам вот такое попробовать. Не будет сильно желтый. Или вот, вот, знаете, вот, вот это попробуем. Да, да, вот еще три кисточки берите. Вот это вот. То же самое, вот отсюда прям вот так вот делайте граньки небольшие, вот такие вот. Вот видите, оно немножко, мне кажется, заиграло. Вот. Вот. И то же самое кисточка. Прям вот берете вот и прям вот втираете, втираете. Вот сюда в грани. Можно немножко вот так вот. Оно все равно вот. Вот. Видите, мне кажется, оно чуть-чуть подзаиграло. Вот, можно даже побольше вам. Вот, понятно, да? Угу. Он прям вот отсушистый. Он связан вот из этой пряжи. Совершенно вот. Вот. Видите, она, если просто вязать, она не пушистая. Но нам, чтобы вот вытащить, это обычная дешевая с Локомотива пряжа. Никакая там рекомендует там всякая, которая пушистенькая, всякая дорогая. Я сначала пробовала так, потом думаю, дай-ка я попробую, просто возьму с Локомотива вот эти самые дешевые клубочки. Оля. Липучка. Да, липучка. И мы вот добиваемся эффекта, вот видите, как будто у нас из меха сделано или там. Видите, вот, вот. Я тут прям при вас напушила. О, у меня тут что-то не распушенный какой-то. Вот. И потом, если лишний, можно там подрезать как-нибудь форму. Ну, так хорошо вот даже. Видите, он какой сразу стал нарядный. Здесь, кстати, вот я... Ну, отлично. Отлично все. Очень хорошо. Молодцы. Творческий процесс, который захватывает, который хочется делать, экспериментировать. И когда войдешь во вкус творчества, что уже, да, уже не кушать, а тем более стоять у плиты там или что-то готовить, уже ничего не хочется. Хочется скорее дела переделать и бегом бежать что-то творить. Ну что, девочки, покажите, что у вас получилось. И я с вами. Все вместе. Вот такая получилась красота у девчонок. Урожай собрали. Да. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. С вами были рукодельницы Оренбуржья. Всем пока-пока!